Здравствуйте! Вы на канале «Все в мире связано». Меня зовут Юля. И сегодня, как я вам обещала, мы будем вязать с вами, а точнее рассчитывать петли реглана сверху вниз. Для наглядности я начала вязать, кофточку для своей старшей доченьки. Это она идет на 6-7 лет. Вот она. В прошлом видео я уже говорила, из какой пряжи я буду вязать. Там было и название. Такая красивая пряжа. Решила вязать я лицевой гладью. Вот линии реглана у меня вот такие. И вот рукава. Вот так она будет смотреться. Вот такое начало. Это бантик. Просто он ничего не значит, это лишняя нитка, ее нужно обрезать, но жалко, пусть пока так побудет. Вязала я вообще-то на вот таких круговых спицах укороченных, это я пересняла на бамбуковые спицы, так как здесь длиннее леска, чтобы было более нагляднее и видно вам. Итак, я вам предлагаю сделать следующее. Образом съемка этого видео. Сейчас мы рассчитаем с вами петли, которые нужно нам будет набрать. И мы будем вязать все поочередно. Начнем мы как... Начнем мы с вами с того, как смыкать сам круг. Вот, будем также вязать с вами резинку, или если вы будете вязать жемчужной вязкой, как вы пожелаете, да, будем это делать все вместе и поочередно, чтобы было более понятней. И сразу я вам скажу, что это видео я снимаю для тех, кто только начал вязать и хочет связать впервые реглан сверху вниз. И хочу вам сказать такие слова напутствия. Если получилось у меня, то обязательно получится и у вас. Вот. Ну, приступим. Так. Этот свитер я отложила, так как я его буду тоже довязывать. Также я хочу сказать, что у меня сейчас 3 проекта. Я вяжу юбочку крючком. Вот этот свитер. И буду вязать для младшей своей доченьки тоже регланом сверху вниз. Для начала нам нужно связать образец. Насчет образцов я очень ленивая и вяжу, как всегда, их маленькие, но мне этого достаточно. Но если вы хотите связать, чтобы было все точь-в-точь, то лучше образец связать 15 сантиметров на 15. Так, и для того, чтобы быть еще точнее, нужно измерить нам 10 сантиметров. У меня здесь 10 нету, так что я буду измерять, сколько петель в 1 сантиметре. Но вам я посоветую измерить, сколько у вас петель 10. И это количество разделить на 10. И тогда будет все более точно. И вы узнаете, какое число петель у вас должно получиться. Так, у меня здесь... В 1 сантиметре 2 петельки, как вам видно. Вот, 1 и 2. Что-то нас гудит. Ну ничего. Так, окружность шеи. Так, у нас 37 сантиметров. Так, теперь... Так, в 1 сантиметре 2 петельки, вот так. Теперь нам нужно 37 сантиметров умножить на 2 петельки. Так, это первое наше такое значение. Так, умножаем, и у нас выходит 74 петли.
Вот с этим числом мы будем с вами работать. Вот так. Так, надеюсь, вам видно. Так, дальше мы рисуем нашу схему. Делаем вот такой вот круг. Так, и помечаем наши линии реглана. Это те линии, по сторонам которых будем мы прибавлять петельки. Это первая, вторая, третья и четвертая. Так, я беру две петельки на линию реглана. Можно брать одну. Это как вам понравится. Вот здесь помечаем мы начало. Это будет начало наше. Так, дальше мы, так как у нас по две петельки уходят на линии реглана, в общем у нас 8 петелек, мы отнимем их от общего количества петель. Отнимаем 8 петелек реглана. Это равно 66 петель. Петель. Так, вот здесь у нас будет спинка. Спинка. Это рукав. Перед и второй рукав. Рукав. Вот так. Извините за почерк. Так, дальше спинка. Это считается от двух петелек, которые мы взяли на реглан, до следующих двух петелек. И также рукав от двух петелек до следующих. Вот эти петельки. Теперь, как вы видите, у нас выходит три части. Одна часть это спинка, вторая перед, и третья часть это рукава. Мы будем брать в общем, как одна часть. Значит, нам нужно распределить эти петельки на части. 66 петелек делим на 3 части. У нас выходит 22 петельки. Значит, что мы делаем? У нас 22 петельки идет на перед петельки, на спинку. А чтобы узнать, какое количество у нас пойдет на рукава, нам нужно 22 петельки разделить на 2, то есть на 2 рукава. 22, 22 петельки делим на 2 части рукава. Выходит по 11 петелек. Значит, у нас будет вот здесь 11 петелек и вот здесь 11 петелек. Я надеюсь, вам видно. Вот так. И сейчас мы все с вами пройдем еще раз. Так, мы измерили окружность шеи. У нас она 37 сантиметров. Дальше мы измеряем наш образец, который мы связали предварительно с наших ниточек, с которых мы будем вязать. У нас в 1 сантиметре выходит 2 петельки. Вот так. Дальше мы должны узнать, сколько нам нужно петелек на 37 сантиметров. Значит, нам нужно сделать 37 умножить на 2. И выходит, что нам понадобится набрать 74 петелек. Вот так. Дальше мы должны отнять 8 петелек регланных линий. То есть у нас 4 регланные линии по 2 петельки. Значит, это в общем сумма 8 петелек. И мы эти петельки отнимаем от общего количества петель, то есть от 74 петелек.
У нас выходит 66 петель. Дальше нам нужно узнать, сколько петелек нам припадет на каждую часть. У нас частей 3, 3 части. То есть спинка одна часть, перед одна часть, и одна часть считается 2 рукава. Это в общем одна часть. Значит, 66 мы делим на 3 части. Это выходит 22 петли. Пишем, что нам на спинку нужно 22 петли, на перед 22 петли, и нужно узнать, сколько нам нужно на каждый рукав. А для этого нам нужно 22 петли разделить на 2 части рукава, то есть на 2 рукава. Вот. У нас выходит, что на каждый рукав нам понадобится 11 петелек. Я еще забыла написать, что тут, в общем, 74 петли. Вот так. Я думаю, что понятно. Невзирая на мой почерк, должно быть ясно.